Каргополь – небольшой городок в Архангельской области на берегу реки Онега. Основан он был в 1146 году. Сейчас здесь живет чуть менее 10 тысяч человек, и трудно поверить, что когда-то Каргополь был одним из крупнейших русских городов. Основной достопримечательностью Каргополя является Соборная площадь, где расположено несколько храмов. Самый древний из них был построен еще в 16 веке при Иване Грозном. До этого здесь тоже были храмы, но они не сохранились. Поэтому сейчас вот самый древний 16 века. В 1765 году в Каргополе случился большой пожар. После этого город был перестроен по регулярному плану. Деньги на восстановление города дала Екатерина Великая. В честь ее построили красивую колокольню в стиле русского классицизма. Колокольню поставили так, чтобы она была видна с Петербургского тракта, откуда в город должна была заехать императрица. Екатерина II в город, правда, так и не приехала, зато жители и гости города могут любоваться колокольней до сих пор и даже подняться на нее. Также в Каргополе расположен один из самых маленьких магазинов России. Для масштаба давайте попробуем поставить в кадр человека. Здравствуйте, я человек. Я сюда встал специально для того, чтобы показать, насколько маленький этот магазин, если бы был открыт. Магазин, я бы сюда зашел. А так я просто постою здесь для примера. Спасибо, подписывайтесь на этот канал. Вообще по Каргополю очень приятно прогуляться. Неспешно, неторопливо. Город этому способствует, он невысокий, неспешный. Дороги, правда, оставляют желать лучшего, как будто они такие же древние, как и сам город. Но это не беда Каргополя, это беда всего русского севера. А так очень рекомендую заехать в этот город. Мы с экспедицией «Чистый Север» заезжали сюда дважды. И думаю, что когда-нибудь я вернусь сюда еще. Спасибо за внимание.